Как специалист сельского хозяйства могу сказать, что сегодня на уровне Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства должна работать группа грамотных экспертов, специалистов и отработать мероприятия, разработать мероприятия, которые приведут нашу продукцию к тем стандартам. Вы обратили внимание, простой народ говорит о стандартах. Они уже знают, что это такое. Раньше этого не было. К тем стандартам, которые соответствуют тому рынку, куда мы собираемся эту продукцию отвезти. И буквально в двух словах по этому вопросу. Значит, сегодня я уверен, не каждый агроном, может даже и работник министерства, не знает, что существует такое понятие, как вес 1 литра пшеницы. Понимаете? И если, а все государства сегодня в основном научились защищать свой рынок, и если я захочу сделать так, чтобы этот товар, эта продукция пошла по цене ниже, чем отечественная, или вообще ее не принять, там включаются все рычаги. Это не только клейковина, говоря о пшенице, это не только ЭДК, это уйма вопросов. Но, еще раз повторяю, что сегодня для того, чтобы эта продукция выходила, будь то на Россию, на Белоруссию, на Германию, на Францию, да и в любую страну, изучив рынок, надо экспертам, специалистам сказать, что мы, потому что есть вот такое понятие, есть пестициды, проще сказать, ядохимикаты, которые не каждый зарегистрирован и разрешен в применении в каждой стране. Допустим, в Молдове он разрешен, а в соседней стране, там в Болгарии, не разрешен. Поэтому если виноград обрабатывался этим химикатом, его уже нельзя экспортировать.